Торжественный вечер в честь работников сельского хозяйства состоялся в Ледовом дворце «Чебоксары-арена». В большом концертном зале торжественная часть фойе – выставка достижений республиканского агропрома. Тем, кто от зари до зари трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на прилавки молоко, мясо и другие продукты питания, есть что презентовать. В объеме валового регионального продукта сельское хозяйство занимает почти 16%. И этот объем производит всего 7% занятых в экономике. Именно столько составляют работники АПК. С каждым годом все весомее становится государственная поддержка, а в результате растет количество крупных современных сельхозпредприятий. Только в развитие села в последние 5 лет вложено 10 миллиардов рублей.